Послание Отца Абсолюта 4 декабря 2021 года. Слияние сознаний. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Итак, в продолжение моего предыдущего послания переходим к медитации по слиянию вашего сознания с общепланетарным сознанием Земли. Так и назовем ее – слияние сознаний. Она требует довольно глубокого медитативного состояния и помощи всех ваших небесных покровителей. Постарайтесь войти в состояние полного безмыслия, в чем вам поможет практика слияния с Духом Вселенной. Одновременно эта практика явится мостиком к сегодняшней медитации, поскольку уже сама по себе значительно поднимет ваши вибрации. Итак, ощутив себя частичкой Вселенной, постарайтесь увидеть своим внутренним зрением планету Земля. Не обязательно видеть ее в деталях, пытаясь разглядеть континенты, страны, моря и океаны. В данном случае важно лишь ощутить ее как живое существо, небесное тело, парящее в бескрайнем космическом пространстве Вселенной. Таким же существом почувствуйте и себя. И не важно, что ваши габариты несопоставимы по размерам. Главным здесь является то, что и вы, и ваша планета являетесь уникальными божественными созданиями, обладающими индивидуальным сознанием. И цель нашей медитации состоит в том, чтобы ее и ваше сознание максимально приблизились друг к другу по вибрациям, а в идеале слились воедино. И следующим этапом медитации станет ваше сближение. Если до этого вы парили в бескрайнем пространстве Вселенной, каждый сам по себе, то теперь представьте себе, что планета Земля, словно магнит, притягивает вас к себе, медленно вбирая вас в свое энергетическое поле. Вы приближаетесь к ней все ближе и ближе, пока не начнете отчетливо различать цвета ее тонких тел. Они такие же, как и у вас, только менее насыщенные в силу большей разреженности. И как только вы войдете в орбиту ее атмического тела, представьте себе, что оно сливается с вашим собственным атмическим телом. Затем продвигайтесь дальше, погружаясь в ее будхическое тело, который входит в резонанс с вашим собственным будхическим телом. И так далее, пока не пройдете сквозь все ее тонкие тела и не прочувствуете каждый из них, войдя с ними в резонанс. В конце медитации заикарите себя на физическом теле Земли. Почувствуйте его всем своим существом, будто вы только что приземлились на нее с парашютом, ощутив ногами земную твердь. После этого можете выходить из медитации. В чем же состоит ее суть? Прежде всего в том, что вы отождествили себя с вашей планетой, не на словах, а на практике, всеми своими телами прочувствовав свое с ней единство. И поскольку каждое из ваших тел, так же, как и каждое тело Земли, обладает своим собственным сознанием, то вы позволили им соприкоснуться, почувствовать все нюансы и особенности сознания каждого из этих тел, войдя в резонанс друг с другом, а значит оказаться на одной вибрационной волне с вашей планеты. И даже если пока вы не дотягиваетесь до уровня ее вибраций, даже такое разовое слияние ваших сознаний окажется для вас бесценным, поскольку зафиксирует их воссоединение на клеточном уровне, тем самым подняв ваше сознание до уровня божественного и запустив процесс трансформации вашего тела в световое кристаллическое. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».